Надежда Благодатская, выключите микрофон, пожалуйста. Не выключен у вас микрофон, Надежда. Сейчас вроде выключили. Молимся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Господи, благослови наше занятие, не допусти уклониться нам ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, единогласии, по слову Твоему единомыслие. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 23 стихи. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Толкование. Когда Мария возвестила об этом ученикам, естественно было, что они или не поверили ей, или поверившие пожелали, что не удостоились видеть его сами. Пожалели, что не удостоились видеть его сами. Посему он в тот же день является к ним, так как они, с одной стороны, услышав от жены, что он воскрес, жаждали видеть его сами, а с другой боялись иудеев, оттого еще более желали видеть это единственное для них утешение. Является вечером для того, чтобы имели время собраться все вместе. Является, когда двери были заперты, для того, чтобы показать, что он и воскрес также тогда, что он и воскрес также тогда, как на гробе лежал камень. Иной подивиться, как они не сочли его за призрак. Но прежде всего жена, предварившая их, произвела в них сильную веру. Потом он явился им в кротком виде и самым голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав: «Мир вам», то есть «не смущайтесь». Этим он напоминает им то слово, которое сказал им пред страданием: «Мир мой даю вам,
Евангелие от Иоанна 14:27. «Обрадовались ученики, увидя Господа, и об этом Он также предсказывал им пред страданием. Увижусь с вами, и возрадуется сердце ваше». Евангелие от Иоанна 16:22. А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то опять говорит им: «Мир!» Как женам сказал: «Радуйтесь», Матфея 28:29, потому что пол их был в печали, так ученикам дает мир по причине брани, которую имели с ними и будут иметь все. Итак, прилично женам радоваться, потому что они суждены рождать в печали, а мужчинам быть мирными по причине брани за дело проповеди. Показывают вместе и благие следствия креста. Это мир. А как крестом приобретен мир, то я посылаю вас на проповедь. Утешение же им ободрением говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вы примете на себя мое дело, посему бодрствуйте, ибо я буду с вами». Примечая самовластие, не сказал: «Я умолю Отца моего, и Он пошлет вас», но: «Я посылаю вас». Дует и дает им Святого Духа. Теперь Он уделяет им несовершенный дар Святого Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными к принятию Духа. Ибо слова «примите Духа Святого» то же, что «будьте готовы принять Духа». Можно сказать и то, что Он дал им некоторую власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творить силы, но прощать грехи. Посему и прибавил: кому простите грехи, тому простятся, показывая, что Он дал им этот вид духовных дарований прощения грехов. По вознесении же Его Сам Дух не шел и преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование. Стоит узнать, для чего Он является ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей 26:32 и Марк 14:28 говорят, что Он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же Он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают: что ж такое? Он ведь не сказал, что я увижусь с вами только в Галилее, а в Иерусалиме не увижусь. Значит, это богатство любви, а не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать, что ведь Он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Иерусалиме явился только принадлежащим к 12. Итак, нет здесь никакого разногласия, ибо в Галилее Он явился всем, а в Иерусалиме 12. И как явлений было много, то одни евангелисты описали одни явления, а другие – другие. Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но что одного сказано сокращенно, то восполняет другой. Примечая, пожалуй, достоинство священников. Оно божественно. Ибо отпускать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога. Хотя бы они были недостойны, что от этого? Они служители божественных дарований, и благодать действует через них, как проглаголола некогда через ослицу Валаама. Числа 22, 28, 30. Итак, недостоинство наше не препятствует благодати, и как через священников подается благодать, то должно их почитать. Вопросы? У меня тут вопросы есть.
Вот здесь в этом стихе сказано, что... Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть здесь получается, насколько я вижу, Господь Бог образовывает через апостольское, новое апостольское, новозаветнее священство. Потому что Он дает им власть разрешать грехи. И этой же властью обладали и Коин, левитские священники при Ветхом Завете. То есть он входил первосвященник, чтобы разрешить грехи народа. Вот, непосредственно было связано с прощением, разрешением грехов. То есть тут я понимаю, вот здесь вот тут дается вот именно вот эта власть прощать грехи, и образовывается новозаветнее апостольское священство. И через них далее, через рукоположение, это будет продолжаться дальше. Все, мой вопрос закончен. Если можете как бы подтвердить мысль, если я так правильно понимаю. Да, Тихонович. Когда говорится в Ветхом Завете, говорит, и крещение для прощения грехов, прощения не было. Это в будущем оно наступит. Для того, чтобы они были прощены. Речь шла об Иоанном крещении. Точно так и здесь. Все ветхозаветнее, оно не несло прощение грехов, которые имели коренные последствия нахождения в определенном темном месте. Мы не можем сказать, какое. Евреи обозначили Шеул. Но грехи не прощались никому, иначе бы они все пошли в рай. Первый пошел туда разбойник. Это предведение относительно того, что здесь Господь сказал. Это сектантам легко вопрос задать, а ответить они не могут. А что же Он сказал, ждите обетованного, если они получили? Не знают. Это был залог будущего. Вот действительно, Феофилакт показывает. Единственное назначение было, что если за это время кто-то умрет, и кого-то надо будет исповедовать, простить грехи, он определенно дает им полномочия, которых не имел ни один человек на земле. Почему иудеи так и роптали? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот здесь ясность явствует, что Он Бог. Бог. Единый во Святой Троице. А они это не верят, не знают. Ты свое говори, а дальше уже не надо ничего. Один-два раза засвидетельствуй, чтобы не имели никакого изменения. Да, действительно так. Но образование Он создает, Господь, церковь свою. В момент схождения Духа Святого. Я создам церковь. Церковь, она была из двух родов, иудеи и язычники. Сколько язычников, я по сей день не могу найти точную дату и цифру. В мое время, когда я учил, 2896 было, а сегодня в несколько раз, может, больше. Племена какие-то находят. Вот все это словом языки, на других языках говорящие. Из них выделен только один, Авраам и его семя, которое идет. Но... Бог избрал здесь среди 12, дающих рукоположение другим епископам, не было ни одного из другой нации. Все это были избранники евреи. Если, говорит Павел, говорит, она и паче в том, превосходство быть иудеем, что им верено Слово Божие. Зная, что они ограбили весь мир, готовят такую беду над миром. Все это еврейские, говорит, штучки-то. И Гитлер пришел, Ленин, это все они выводили. Сегодня никакого секрета нет, опубликовано. Но уста наши да будет закрыты для злословия. Мы должны только благословлять этот народ, чтобы они познали Христа, пришедшего Бога во плоти. Здесь Он дает власть, которой они пользовались до сошествия Духа Святого. Другой власти не было, потому что за это время мог кто-то умереть. А нужно было человека разрешить от грехов. Вот. Сошествие Духа Святого только еще должно было быть. Когда Он дунул, они приняли только на одну часть своей деятельности. Ни на проповедь, ни на благовестие, ни на чудеса, ничего этого не было. Рассуждение, Евгений, абсолютно правильное. Ну, добавить еще хотелось. Сектанты действительно также утверждают, что в Пятидесятницу была образована церковь. Действительно, они все это скажут, что именно в Пятидесятницу, когда Дух Святой сошел, но... У них нету совершенно акцента вот на
разрешать отпускать грехи, у них нет акцента. Значит, вопрос священства от них полностью он отошел, они его не понимают. Потому что никогда я не слышал, чтобы задавался этот вопрос. Действительно, а кто должен в церкви разрешать отпускать грехи? Кто это должен делать? Все или кто-то? Какие-то определенные уполномоченные? Вот. А мне, да, от них этот вопрос явно отошел. Этот вопрос буквально роковой для них. Они останавливаются, как у иудеев. Когда говоришь о 53 главе Исаии, изъязвлен был за грехи наши. Мы в Москве с отцом Наумом там были у синагоги, я внутрь не вошел, а он вошел туда, он знает. Вот. И говорили, молодежь вышла, разговаривали. Об этой главе их раввин отвечает только одно, об этом говорить не будем. С какой печалью он говорит. Где-то внутри что-то есть такое, где, как говорится, выключатель не в ту сторону повернутый. И вот еще попутно, раз уже пришлось сказать, тут Елена говорила, а почему вот Рустам-то не Руслан? Церковь крестит и преподает святое таинство, задает имя в честь кого-то. Какой Руслан? Где вы нашли Руслана? Руслановича ни одного нету. Из поэмы Пушкина Руслана Людмила? В честь кого называть? Советские называли в честь каких-то событий. Октябрь был, Октябрина. Женские имена были. Ну, Роза Люксембург, в честь Розы там. Об этом говорит Швондер-то. А вот были такие, которые называли Тракторина. Тут рядом у нас знакомый был Вилор. А что означает? Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Аббревиатура. Она Вилоровна. У церкви на все есть название. И вот Рустик, это был пресвитер. В это время уже проповедь прошла дальше Рима. Он в Париже был. Парижский его так и называют. По старому 3-го, по новому 16 октября. И он, это слово переводится на, с латинского языка, деревенский. У него и наклонность такая есть к нему. Совершенно правильно. Говорит, оно как детское. Да у нас много что как детское. У нас и звериное есть. Лев называют. Лев. Ну и что? Он даже Владимир Вольфович. Но у нас нет Вольфа. Это Вольф, это волк. Волчий сын. Волчий сын, это буквально сказать. Вот у нас назовешь Тихонович. А я был в Латвии, у них Тихона Делс, сын Тихона. А вот у южных народов у них и не было этого. Фамилия принималась по имени отца. Так что Рустик, он его избрал и знает, в честь кого теперь назван, и он должен ему подражать. Рустик, Руслана нету. Так что тут не пойдет такой разговор. Только рядом Руфин стоит в календаре. Больше ничего нельзя найти. Рустик, значит, деревенский. С этим именем поздравляйте. По-новому, 16 октября, День Святого. Других Рустиков не было. Обычно и на Иоанна смотришь, там их где-то 80 с лишним. Всякие Иоанны были. Везде Иоанн воин, Иоанн там патриарх. А Рустик только один. Прекрасное имя. Просто поэтическое. Вот я попутно это хотел сказать. Его не вижу я, пойму, если меня не будет, чтобы ему сказали или написали. Все, пока. Еще вопросы есть? Так, вот у меня вопрос тоже возник. Евангелие от Матфея 10:34. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир. Пришел я принести, но меч. Как вот это место состыкуется с тем, что сейчас вот мы читали, что мир вам, здесь мир, а там не мир. Какие вот, в чем разница этих миров? Мир принес он нам, верующим. Когда мы примирились с Богом, мы ему друзья, он так и называет, слугами его, рабами, святыми, избранными. Это его и Господнее желание нас такими видеть. А меч, меч духовный, Слово Божие говорит, это меч обоюдоострый. Когда человек начал верить, домашние все разделяются, иногда прямо предавали. Варвару мученицу кто гнал? Ее отец, Диоскор. Он-то и не думал, что красавицу запер, значит, выдаст замуж, и как обычно было. А она без него, знаете, как начала хозяйничать. Баню построить, два окна, какая-то баня, это не наша баня там.
согнувшись. А это место отдыха было. Сегодня как создать, там, не знаю, с кондиционерами, как баня попутно была. И она сошла с этого столба, где он ее хранил, чтобы никто там не залез. Вот. И зашла к строителям и говорит, а почему два окна? Они говорят, в честь солнца и луны, отец и доплога. Она говорит, а три окна светлее будет, в честь Троицы. Отец-то приехал, а уже они крышу кроют. А что, почему не послушали? Ваша дочка была Варя. И Варюша вот так сказала. Он начал допрашивать, но дальше вся биография уже повернется по-другому. Он будет бежать за нею. И что интересно, перед ней гора раскрылась, и она вошла, и гора закрылась, пещера. И вот приезжает Алексей II, Ридигер был, патриарх-то. А в это время был министром обороны Грачев. И вот они думают, теперь как же, американцы разбомбят наши ракетные шахты-то. Надо какого-то избрать святого. Вот. Католики те более так гибко. Они Исидора избрали, он защитник интернета. А эти Варвару Великомученицу, римлянку, девушку, избрали хранительницей советских ракет, которым имя Сатана. Самая опасная ракета, она разделяется там на сотни, на тысячи. Но это смешно даже. Избрали, два дядьки избрали, ни с ней не спросились, будет она эти ракеты охранять, а почему они под землей, в шахтах. И вот они думали, кого? Ага, мученица Варвара, она ее гора скрыла. Ну, детская игра. Никто их не защитит и нас не защитит. Варвара свое получила. Вот, очень интересная биография. Пастух один увидел и пальцем показал, где она скрывается. И сам превратился там какого дерева, а волосы все в саранчу. Как сказка какая-то, считаешь. Вот. Ну, Диаскор ее отец-то предал всяким мукам. Видно, крутой был такой, ну, настоящий мусульманин или настоящий еврей. Если перешел в другую веру, да не пощадит его рука твоя. И вот мы здесь должны четко смотреть и на имена, и на все. Вот спрашиваешь, а когда, с какого времени? С какого времени, которое Бог определил. А где это было? За грань священного писания заглядывать опасно. Запомнить надо, в Ветхом Завете грехи не прощались. То есть это покрывало в честь будущей жертвы Христа, и чтобы сегодня его не наказал, не убил Господь, чтобы жизнь продлилась. Напоминание о Боге. Все. Спаси Христос. Слава Иисусу. Так, еще вопросы по этому стиху. Так, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стихи. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Толкование. Фома не был с учениками. Вероятно, он еще не возвратился к ним из бывшего рассеяния. Что значит замечание, называемый близнец? Это значение имени Фома, ибо как Кифа значит камень, так и Фома значит близнец. Евангелист упоминает о таком значении имени Фомы, кстати, чтобы показать нам, что он был какой-то недоверчивый и имел такой нрав от самого рождения, как показывает самое имя.
Когда прочие ученики сказали о Господе, Фома не верил не потому, что считал их лжецами, но потому, что дело воскресения считал невозможным. Почему и обвиняется в неумеренном любопытстве? Ибо как скоро верить легкомысленно, так сильно упорствовать дико и грубо. Смотри, он не сказал «я не верю глазам», но присовокупил «если не вложу руки моей». Но откуда он знал, что была рана в боку? Слышал это от учеников. Для чего Господь является ему не тотчас, но спустя 8 дней? Для того, чтобы он, внимая наставлению соучеников и слыша одно и то же, воспламенился большим желанием и сделался тверже верующим на будущее время. Господь, желая показать, что он был с ними и тогда, когда Фома высказывал пред соучениками слова своего неверия, не ожидает, пока услышит от него что-нибудь подобное, но сам вперед исполняет то, чего желал Фома, и употребляет его собственные слова. И смотри, сначала он говорит с упреком «подай руку твою», но потом вразумляет «не будь неверующим, но верующим». Отсюда ясно, что сомнение происходило от неверия. И посему напрасно некоторые защиту Фомы говорят, что он не скоро поверил по своей основательности. Ибо вот Господь называет его неверным. Смотри, как тот, кто сначала не верил, от прикосновения к ребру сделался отличным богословом. Ибо он проповедовал 2 естества и 1 лицо в едином Христе, сказав «Господь исповедовал человеческое естество», ибо Господь употребляется и об людях. Например, «Господин, если ты вынес его» Евангелие от Иоанна 20:15, а сказав «Бог мой исповедовал божеское существо» и таким образом исповедал одного и того же Господом и Богом. Господь, показывая нам, что вера состоит в том, чтобы принимать невидимое, говорит «блаженны невидевшие и уверовавшие». Здесь он намекает на учеников, которые не касались ни раны от гвоздей, ни ребра, однако уверовали и не на одних только их, но и на тех, которые уверуют впоследствии. Сказав это не с тем, чтобы лишить Фому блаженства, но чтобы утешить невидевших. Ибо многие говорят «блаженны очи, видевшие Господа». Он утешает таковых, говоря, что более блаженство в том, чтобы не видеть и веровать. Каким образом нетленное оказалось имеющим раны и было осязаемо рукою человеческую? Все это было делом снисхождения. Ибо тело, вошедшее через запретные двери, и потому тонкое и легкое, было свободно от всякой грубости. А чтобы уверить в воскресение, Господь показывает его таким, и для того воскрес, имея знаки креста и раны. Также он и ел не по нужде для тела, но для удостоверения в воскресении. Посему, как прежде распятия, ходя по волнам, Марка 6:48, он имел тело не иной природы, так и ныне показывает оно осязаемым и имеющим раны. Однако же, хотя оно осязаемо и видимо, но нетленно. Ибо это показывается для удостоверения, а не по необходимости и закону тела. Ибо все вкушаемое входит во чрево и изменяется. Матфея 15:17. Чего у Христа после воскресения не было. То вкушаемое, принимаемое только для удостоверения в воскресении, было потребляемо некоторой невидимой и божественной силой. Заметьте то, как для одного человека
Фомы, Господь не отказался снизойти и показать ребро, чтобы спасти одну душу неверующую, так и мы не должны презирать ни одного, ни самого малого. Вопросы. Так, вопрос у меня. Получается, поступок Фомы, он положительный или отрицательный? Потому что из всех апостолов он один проявил такое любопытство и неверие по отношению к Господу. Все как бы молчали и верили, а он один оказался, получается, как неверующий. И в то же время, как Феофилакт Болгарский описывает его, он, как бы так сказать, этим своим исследованием и любопытством он проявил положительный пример, указав как на Господа, как на Бога и на человека, то есть два естества. Вот. Вот мой вопрос такой. Является ли это положительным примером, то есть, или это все-таки отрицательный пример такого неверия? Геннадий. Тут можно надвое рассуждать. У людей мира сего считается Фома неверующий. Это поговорка такая. Никого больше. Андрей неверующий. Были такие, а может ли быть что доброе из Назарета? И даже это Нафанаила слово пропустили. А Фома неверующий. А это не так. Он требовал подтверждения. Прямо требовал. Не увижу. Категорически поставил вопрос. Вы видели, а я не видел. Это необычное было такое. Ну и удивительно, что в нем это было. Нам это очень полезно. Ну а дальше Господь показывает, блаженные не видевшие и уверовавшие. Вот этих слов бы тоже не было, если бы Фома-то не стрелял-то. А теперь мы видим, вот на этом перепутье Фома отрезал всем желание выискивать доказательства через зрение. Нет. Вера не от зрения. 10.17 к Римлянам говорится, блаженное ублажает вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот этот тандем, слышание со Словом Божьим, у русских так и не совместилось по сегодняшний день. Вера от видения. Матрона пошел, прикоснулся, Матрона попросил, Матрона, и дальше не знает, госпожа. А Христе вообще ничего не знает. Батюшка приезжал, рассказывал там, когда книга посетителей, об этом Осипов говорил, профессор. Какая просьба, люди приходят к мертвому человеку? Я говорю, к трупам. Трупопоклонство, самое настоящее, неудержное. Люди стоят в очереди иногда целыми днями, чтобы узнать, сказать, там, камушек взять и что остальное. Живого Бога совершенно не знает. И не молятся, ничего, и это поощряется. Патриарх как-то сказал, когда привозили пояс Богородицы, какая вера в русских людях, сколько посещений было. В первую очередь, 0%, что это пояс Богородицы. А во-вторых, ну и что? Даже если бы ее пояс был, допустим. Но на это, допустим, у нас тысячная доля процента может будет только. Какое чудо? Иудеи требуют чудес. А эллины ищут мудрости. То есть, если как-то заковырести было бы. А мы веруем Христа распятого, поношения, бессильный, покинутый, одинокий, оплеванный, оболганный. А мы веруем ему. Веруем. И когда нас начинает со всех сторон трепать где-то, мы должны как-то взвесить. И посмотреть, хоть маленько похоже на то, что с Господом было. Да нет, конечно. И то тяжело. А вот он обозвал меня, а он сказал там и прочее. Мы должны верить, верить. Просто Господь послал нам испытания и все остальное, чтобы мы верили. Видя, что он здесь, это присутствует. 1 Коринфянам 10.13. При искушении подаст облегчение, чтобы мы могли перенести. Люди придумывают разные рассказы, что, дескать, как мне было трудно, а тебя не было. Господь ему, дескать, показал, вот видишь, мы идем рядом. Он говорит, вот и здесь было трудно, вот я след. Он говорит, это мой след, мой, я тебя на руках нес. Хорошая такая притча. Господь рядом с нами. И вот этому, это было доказано Фомою, когда он оказался в Индии. Он просветил всю Индию. Но православные ее загубили. Вот считаешь, есть такая книга была, у грузин выпускалась, называется «Балавариане». Вот и Варлам, а его тут Балавар называют по-другому. Варлам и Асаф, царевич.
и Адасап иногда говорят. Вся Индия обратилась. Он идет в пустыню, и люди с городов идут и провожают ревом, стонами. Куда ты пошел? Мы все верим во Христа распятого. Никаких. Мой учитель в пустыне, я пошел в пустыню. Это вообразить нельзя, какой люди поступок скрывают. Это в Индии. Сейчас бы там не было ни Брахмы, ни Будды, ни Конфуция, а были бы православные. И вот в советское время выпустили эту книгу, об этом житии Балаврианя называется. Мы ее скупали в магазинах в городе, все до одной книги приходили, что только деньги занимали, кто как покупали, а потом дарили людям. Там полностью житие описано как есть. Ну, Варлама и Асафа, это уже в русской редакции. Вот надо понимать, что вера от слышания. А Фома от апостолов услышал и не поверил. И хорошо, и в то же время непохвально. Надо было поверить. А я думаю, так думаю только. Он потому потребовал это, просил. И как бы заклятие уже поставил. Не поверю, не увижу, что он был апостол. Другим это не нужно. Вот она начинается, движение церкви. Вот апостолов 12 уже избрали на место Иуды, Матфея. А я не видел, и все будут говорить, он проповедует, а сам не видел. И апостол Павел это берет в защиту. Не видел ли я Господа? И говорит о том, что он являлся ему. Он видел его. И далее, я восхищен был до третьего неба, и все такое. Это необходимо было ему как апостол, а нам нет в этом никакой нужды. Мы верим, невидимо верим во Христа распятого и воскресшего. И когда мусульмане говорят, и мы понимаем, мы верим Иса, нельзя этому верить. Это другой Иисус, это не наш Иисус. Наш Иисус родился от девы, они в это не верят. Наш Иисус был распят, они в это не верят. Нет, это православные, там, кто исказили Писание. Он воскрес, у них не воскрес, он хороший, его Бог взял. Ну, свой близкий парень такой. Вот поэтому никогда не соглашайтесь, что это наш Иисус. Наш Иисус воскресший из мертвых, первенец из умерших. Если Иисус не воскрес, то мы во грехах еще, и нам ничего не светит. Павел доказывает это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Когда встречаетесь с мусульманами, вы должны им показать, наш Иисус – это не ваш Иса. Это совершенно, абсолютно разные личности. Это также легко доказывается, что Аллах и наш Бог – это абсолютно разные. Разные. Они никак. Вот в Йемене государственный закон. Христиане не имеют права произносить имя Аллах. А я до этого закона, у меня не поминается ни Магомед, ни Коран, ни Аллах. Три слова табу. Зачем? А вот Даниил Сысоев, он говорил, ну, ему, значит, другой путь указанный. Мне это не указано. Мне сказано, идите, проповедуйте Евангелие. Встречаясь с мусульманами, я им говорю об Евангелии. А как вы считаете, мы спасемся или нет? Я верю в Евангелие, повторяю. Ну, мы поняли. Ну, а мы спасемся, нет? Я могу сказать, что Евангелие говорит Дух Святой. А что говорит? Кто будет говорить иное, анафема ему ад. Ад этим людям грозит. Ад. Анафема проклятие, херем. Он уже никогда не вернется к истине. Он отвергнутый. Галатам послание, 1 глава, 8-9 стих. Кто не любит Господа, Господа, не просто хорошего человека, Иса, сын Марьями. Нет. Тем более Марьям, он, кто писал-то Коран, не знал, что 1600 лет между Моисеем и Марией. Они говорят, она говорит, родная сестра была та, Марьям. Вот. А родная сестра в одно время жили с Марией, девой. Ну, что тут, 1600 лет разница. Я просто рассказываю о своем опыте и никому не советую брать эти слова. Никогда. А как наша, я не знаю, как вам. А у нас тоже книга с неба сошла. Не соседитесь к чужому разговору. Никогда. Вам это по боку обойдется. Он искусственно создает такую критическую ситуацию. А мне зачем об этом говорить? Я христианин. Вот были такие два там, учитель и ученик, они думают, будут спрашивать, что отвечать. Говорят, давай на все вопросы отвечать, я христианин. Где живете? Я христианин. Вот. И казнили их обоих, и все, они не согрешили. Они свидетельствовали, я христианин. Но мы можем многое сказать из Писания. Я слышал такой разговор, когда следователь допрашивал в старое время баптиста и проверить его решил. А что написано в 67 главе пророка Исаии? Он говорит, а такой главы там нету.
еще что-то спросил, он опять ему ответил. Писание надо знать. Когда допрашивал следователь Александра Исаевича Солженицына, да ты что, не советский гражданин? Что, узнаешь, нам сообщал. Он говорит, я не могу этого. Почему? Я уверовал. Как? Уверовал здесь, Иисус умер за меня. Я, говорит, впервые спрятался за Христа в лагере. А там его били, как бьют этих, кто не соглашается. Вот книга такая есть, отец Арсений. Он его пряжкой там бил, ему там и глаз мог выбить, и все, с трудом остался живой. Я впервые скрылся за Христа. Поэтому молитва наша должна быть простая. Господи, я грешник, Ты меня избрал и омыл. Ты приблизил меня. Это редкое явление. Много-много званых. То есть проповедь будет везде звучать по радио. Это много званых. И всех зовет проповедь. А мало избранных. Вот меня спрашивают, я 45 лет начальник детского лагеря. А вы могли назвать избранных детей? Похожих. Склонных. Но назвать его как по слову Божию я не верю. Нет, с ними надо много работать. А почему семьи неверующие? И отец, и мать бывают неверующие. И поэтому никогда не жалейте на это времени. Везде надо все делать очень быстро. На двух-трех работах работать. И медленно делать только два дела. Медленно молиться и медленно считать Слово Божие и запоминать. Вот что я хотел сказать. Игнатий Тихонович, это вы хорошо подметили, что православные сегодня... Мне кто-то же это открылось явно, что они через только зрение ищут как бы веру. Вот иконы... мощи, да, все такое, материальный предмет. И действительно от них это ускользнуло, как от сектантов ускользнуло священство, так и от православных ускользнуло Слово Божье. Действительно они не ищут. Они сегодня, когда даже читается Слово Божье в храмах на литургии, это как уже чисто такой обряд, обряд чтения Слова Божьего. Надо прочитать, поставить со свечой, и поднять Евангелие кверху и прочитать. Это уже как своего рода такой обряд. Чтение ради обряда. Вот, да, надо им говорить. Я говорю им, но как-то закрыто, уже даже говорил, говорю, но ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, как будто как-то закрыто вообще, реакции никакой на это. Закрыто, вот. Но надо прикоснуться к мощам и к другим вещам, это вот, да. Когда вот так люди понимают, как вы, это правильно-то, они быстро приходят к тому, что покидают православие и начинают, ну, там то другое. То есть строят на видимом грехе, как бы. Священники не такие, епископы не такие, а сам никого не знает и не видел. Я вот сегодня разговаривал с одним, ко мне приехал из Потеряевки Игорь Глушков, христианин. Я спрашиваю, как дела, где, с кем встречался, он рассказывает, что все, которое отходит от православия, это все строит только на минусе. А вот он такой-то, а вот такой-то. Не о Христе речь-то идет. Вот у нас приехали Потеряевку баптисты. Там есть такой ролик, здесь стоит. Там уже 150 тысяч посещений. Но только на отрицательном. А вы когда с сектантами на отрицательном, отчасти. Только вопрос о священстве. Но я всегда подчеркиваю, нравственно, если брать вот основные... пороки, которые есть, дурные наклонности, пьет, курит, там, они чище нас. А почему? У них Слово Божие, говорит, вы очищены через Слово. Меня православные за это долбят. А когда я говорю, что вы не церковь, и мне церкви нет спасения, меня баптисты долбят. Ты православный, теперь тут трудись и смотри, ничего не принимай смертельного. Ну, Матроне поклоняются где-то. Но я не хожу и не поклоняюсь, меня никто не заставит. Но я ежедневно, вот 7 раз на молитву, и 77 святых поминаю, это за один раз, вот 77. А как вы их избрали? Ну, по разным признакам, я их насчитывал, знаю, 1173 жития. Вот Анфим, а почему у нас община Потеряевки Свято-Анфимовская? Потому что если бы тогда была книга Гиннесса, его бы занесли туда. Это единственный епископ, единственный, у которого вся община взошла на небо. 32 тысячи. Их за два приема сожгли. И ни один не отрекся. А лагерь назывался в честь Климента Анкирского. А почему? А я знаю. Его никто не знает даже. Ни Анфима, ни Климента. А Потеряевки одного мальчика Анфимом назвали. А почему Климентом? Потому что он 7-летний остался. Он в 312 году был замучен. А Анфим в 302. И он остался сиротой 7 лет. Мать передала его своей подруге Софии Богатой. Был голод в Галате. Он собирал маленький мальчик 7 лет. И он подтаскивал их к дому. Они от голода умирали. От голода.
и кормил их детство, а потом приводил к крещению. Вот этой миссией у нас занимался детский лагерь. И никто в мире за всю историю столько не претерпел мучений, как он. То есть Анфим всех возвел на небо и сам был сожженный. А этот страдал в тюрьме, с ним сидел диакон Агафангел, он епископ был в раннем возрасте рукоположенный. Его мучили столько, что в нем, как биография говорит, житие, не было ни одной молекулы, части малой, которая ему принадлежала, а все заново тело наросло. Его мучили, не просто сидел, а мучили. Так что вот так кверху копья, мечи, его сверху вот так бросали, и они через него проходили наружу. Вещь невероятная. И он остался живой. 29 лет 11 месяцев. Сколько кесарей умерло, сколько в то время там егемоны были. И он все жил, как пишет Твардовский. 13 пережил попов, кажется, из 4 царей. Такой был. Вот так-то точно так же. Знать жития – это неплохо. И поэтому, если они спрашивают что-то, мы должны им указать. Подобных святых, как Антоний Великий, ни одна секта, ни одна ересь не имела. И какая была власть? Горы передвигали, биографии остались. Мучеников было 475 тысяч только казнили первые века. 500 000. Но и народу-то было мало. Во всей Римской империи только 120 миллионов. Ну и все там, с Индии совсем. Все. Игнатий Тихонович, вы вопрос о исламе знаете. Скажите, вот правда ли, что у Мухаммеда, у Магомеда был какой-то там референт, не референт, еврей, который вот мутил тоже, писал что-то, вот сочинял сказки? Да, так, вот выходил журнал «Заря Востока», кажется, называется. Я сейчас не могу точно сказать, то ли где-то он тут, в Ташкенте, что ли. Толстый журнал, как «Новый мир», примерно такой же. Там никаких нападок не было. Лучшие переводчики переводили. И как было, что, история какая. Кажется, Мухаммад за свою короткую жизнь провел где-то 72 сражения. И только, кажется, два были оборонительные. Остальные все нападки. Грабили караваны. Это у них все разрешается. Официально. Вот говорит, Айшу он взял там такую, 6-летняя, что ли она была. Говорят, вот такую затащил в постель. Я не знаю, но она была при нем уже. Мы не должны нигде сказать неправды. Журнал прямо высокого уровня был. У меня сейчас они пачки лежат. А Виктор Андреевич выписал, видно, и мне отдал. Ну, я грешный человек, много считаю, и пришлось все это прочитать. Поэтому я с мусульманами, когда говорю, они этого даже не знают. Даже мулла не знает. Откуда вы это знаете? Ну, историки работают. Ваши, я их называю, когда шейхи писали, писатели, поэты были. Мне очень нравится их характеристика от Андрея Кураева, услышал я. Они религиозно талантливы. До того мне нравится. Я сразу перехватил. Мы должны быть религиозно талантливы. Ты находишься в православии, видишь недостатки. Видишь, молись об этом. И всегда задавай вопрос. Этот недостаток тебя куда повлечет? Да никак он меня не касается. Вот он иеромонах, а у него двое ребятишек рядом. Но какое отношение ко мне имеет? Ну теперь можем муссировать сколько угодно. Зачем мне это надо? Как этого иеромонаха достичь? Я с ним разговариваю. Вот коротко, маленькое время, я преподавал в АГУ. Это единственный был университет при советской власти, Алтайский государственный университет. Там гуманитарные все такие были на науке-то. И внизу там особый был отдел, там по раскопкам они все такое. И зайдешь, там одни черепа стоят у него. А я ему говорю, зачем вы копаете могилы? Это же нельзя. Это полигон Божий до страшного суда. Кажется, сейчас могу ошибиться, Евгений звать было. Я долго не заходил, а потом прихожу, а с ним я беседовал, говорил. Прихожу, а где ваш руководитель? Да вы разве не слышали? Нет. Так а нет его? Как нету? Он монашество принял. Вот это да. Монашество принял, и теперь он Матфеем называется. Ну ладно, Матфей, так Матфей. Проходит какое-то время, а он схему принял. Теперь у него имя еще другое. Вот. И ко мне он никак не попадает. Но случилось, что у него этот храм деревенский-то сожгли. Он сразу же ко мне явился. Вот где я сижу, сюда явился, вот здесь рядом сидел. Отец Павел его привел. Что делать? Что делать он? А тогда был
Дмитриев, Максим, владыка, он сейчас там в Ельце. Что делать? Он на него наседает. Я говорю, ничего не делай. Скажи, у тебя есть такие знакомые, где можно ночевать? Да, конечно, есть. А есть такие, кто накормит-то тебя? У тебя же ничего нету, нету. А он больной как-то оказался, нездоровый. Ну, накормят тебя или нет? Накормят. Так ты начинай с первого дня говорить. С первого дня начинай свидетельствовать. А как? Рассказывай о Христе, как он. Бери Евангелие, считай. Тогда у меня не было книг. До третьего тома «Открытым оком» бери и начинай это. Он успокоился. И этот архиерей, а что с него возьмет денег? Мне теперь и не платить не надо. А потихоньку денежки копи. Умеешь копить-то? Копи, людей подговаривай. А потом сразу же наймите рабочих, какой он был храм, так ты больше сделай, несгораемый, кирпичом. То там внутри, там можешь уже... Он обрадовался и ушел, и больше не пришел. То есть я как бы разового пользования, мной так вот воспользуется некто, а больше не подходит. Он, видимо, работает. Вот так. Поэтому, находясь в православии, слыша отрицательное, борись с недостатками и скажи, на тебя не влияет это? Не пристраивайся. Если есть возможность, выйди на этого человека и поговори с ним. Расскажи. Иных, говорит, страхом спасаете, гнушаясь даже одеждою. Это тоже надо помнить. А не так, что всех люблю, никого не осуждаю. Без всяких пробелов пишут в одну строчку. Всех люблю, никого не осуждаю. Такие батюшки-любисты. Это одно слово такое. Напишите его без пробелов. А то, что насмешку просто. Ты должен быть похожим на первую главу Иеремии. Я молод, я не знаю, я боюсь, иди, чтобы я не поразил тебя. Искореняй, вырывай, а потом только строй и созидай. Это очень здорово. Все, отошел. Спаси Христос. Еще вопросы? У меня такой вопрос. Вот когда Христос говорил «мир вам» и далее сказал, как меня послал Отец, так и я посылаю вас, и дальше речь идет о прощении грехов. А вот когда сегодня православные христиане современные приветствуют друг друга этими словами «мир вам», но они же не имеют власти прощать грехи, но однако приветствуют друг друга и отвечают «с миром принимаем». Какой смысл сегодня в современном мире это приветствие? Потому что иногда вот мне один брат пишет всегда не «мир вам», а он сразу говорит «с миром». То есть, ну, как бы мы-то привыкли приветствовать друг друга мира, а отвечать «с миром», а он мне сразу «с миром, брат». И вот как, откуда это пошло? И, ну, пожалуйста, такой вопрос. Спаси Христос. От Христа, он говорит, входя в дом, говорит, приветствуйте, мир дому сему. А у старообрядцев заходят, три поклона, здорово живите. И вот так и жуют все время. Живите, это, ну, чтобы здорово были, жили-то. Так, минутку. Говори. Воистину ответи. Да, братья. Ты подожди, ты можешь позвонить через 40 минут? У нас занятия по скайпу идут, занятия. Все. Так, это мне позвонил отец Иоанн Суворов из Тулы. Он какие вопросы всегда спрашивает. Вот интересно, мы едем, дорога, я попутно переключусь на него. И он смс-ку сбрасывает мне. Вот я, говорит, читаю второе послание Коринфянам. Я более вас был в трудах, в гонениях. Я, говорит, когда бы не считал, говорит, у меня, говорит, мысли направлены только на вас. Видишь как? Поэтому мы должны все-таки стремиться к тому, что дал нам Господь. Вот услышал это дело, мир, ну и хорошо. Наша сестра уехала, она во Франции, и говорит, ну, кто там знакомый где. Она в Голландии сначала жила, а потом во Францию. И кто-то там в дверь постучал, а, видимо, муж спрашивает, кто там? Да это свидетели Иеговы пришли. Ну, а что им надо-то? Да что-то, что-то свое. Ну, ладно, закрой дверь. А потом слышат, они вышли и говорят, о, слава Богу. Люди незнакомые и сказали, свидетели Иеговы, имя Иеговы произнесли, хозяева в этом доме, Иеговы упомянули. И так и здесь, мир сказали, они мира желают.
Мы должны даже от таких людей научиться. Так они любят имя Божие Иегова. А в православии это имя ни разу не произносится за 1000 лет. За 1000 лет ни разу. Нигде. Ни в богослужениях, нигде. Правильно ли это? Да светится имя твое, а имя-то сокрытое. Ну, Яхва назови там, Ягвы, как ты научен. Да? Ну, русских перевели на русский язык Иегова. Иегова. Ну и я поминаю слово Иегова в своих стихах. Я зарядил 900, кажется, 87 раз у меня имя Иегова только в моих стихотворениях. Поминается. Круто. Да. А уже, если взять книги, там больше 1000. А почему? Вы забыли, а я его восстанавливаю, это слово. Оно должно быть. В нашей молитве, которую сообща мы считаем в храме, мы всегда поминаем имя Иеговы. У нас есть такое стихотворение, положила на музыку, попросили на музыку, День Победы, День Победы. Там день был далек, там как уголек. И Нина Жолна попросила, а у меня стихотворение сложилось, а Виктор Николаевич Савченко заиграл его. И показывает День Победы, как будто бы, и показывает большой зал, у них зал царства называется, свидетели сторожевой башни-то. И они поют, им кто-то в уста вложил, это наша песня, наши сестры поют, как будто это они поют. А все слова-то о Боге. Солнце гаснет там не вечером, а днем. Иисус нам спасение принес. Как бы касается. У нас дети даже поют. Тут, кажется, Марина наша написала. Все Иегова сотворил. И дети поют все Иегова. Я так люблю это дело. Иеговисты сразу подхватили. А тут они маленько подчеркнуты нашего. Так что мир с миром. Все хорошо. Не с войной. Только бы не война. Я полминуты займу. Володя Пащенко, я не могу найти, где грабли, которые подарила мне Маргарита Зверева. Ты не брал их? Не слышу. Если брал, подними руки кверху, пальцы растопырь, что ты их увез, грабли мои. А я все перевернул. Нет, я не увозил их. А? Я их вообще не видел. А, ну и все тогда, все, не могу найти их. Нигде нету, как провалились. Все. Полминуты кончилось. Давайте, вопросы есть, а то... Так у нас уже что? Уже начали... Сейчас прошел. Да. Сейчас прошел? А. Да, прошел. Прошел час, задавайте вопросы. Это Роман Фроликов. По поводу вот апостола Фомы еще я слышал. Священник говорил проповедь такую на Пасху, ну, как бы, согласно святых, что толкуют, что Фома не поверил, потому что апостолы разбежались, когда Христа, слава ему, взяли под арест и распинали, они испугались. А тут вдруг они такие ему говорят, что он воскрес, и, в общем, он поэтому им не поверил. Ну, откуда это известно, Роман? Ты сказки собираешь какие-то? Зачем это выдумывать-то? В Библии этого нету ни одного слова. Он поэтому, не поэтому. Надо верить, что он говорит, если не увижу. Никакого другого не надо тут режиссуру составлять. Конкретная щетка. Вы видели, я не видел. А что они-то струсили, убежали? А он-то какой был? Его тоже нигде не было. Ну да. Ну так вот. Вот он поэтому и не поверил. Да. Зачем придумать поэтому-то? Только потому, что здесь его не было в явлении, когда он приходил к ним. Поэтому он явился через неделю, воскресный день. Все. Другого в Библии нет. Это так можно, знаешь, сколько накручивать. Нехорошо это. Нет, что-то не вижу ничего хорошего. Ну вот и хорошо, что ничего хорошего тут нету. Чтоб придумывали, добавляли какие-то слова, тем более к воскресению Христову. А вот то-то писали, Пилат, письма, жена. Она говорила, а дальше ничего нет. А сегодня целая книга составлена. Письма его, нет этого ничего, это обман. Конечно, хорошо составлено, считается легко, но не было этого. Начинай писать там, где принимают тебя. А верующий не может принимать басни человеческие. Мне как бы логично кажется все. Ну, мало что кажется. Кому говорит, кажется, пусть крестится, чтобы не казалось. Надо, ну, думается. Ну, думаешь, очень серьезно относиться. О Христе нигде ничего не говорить. Это слишком высоко. Только то, что известно в Евангелии.
Об апостолах я говорю. Я говорю о апостолах и о Христе. Они говорят о Христе. Апостол, как раз явление Христа, тут без Христа-то никак не обойтись этому рассказу. Слова мои не сходятся с Библии, не верьте мне, Кирилл Иерусалимский. А тут сходится с Библией, не сходится. А потому? Никаких потому. А почему? Не знаем. Иоанн Златоуст отвечает, чего Библии нет, о том не рассуждаем. Илья взят на небо, а чем занимаются? Не знаю. Вот это незнание наше будет показано как самое большое знание, ничего не добавлять к Библии. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Сейчас в апостолы пришли и скажут, ты что, Рома, придумаешь-то? Цис! И все. И Роман сгинул. Ничего не понял. Если ничего не говорите, я вам расскажу, что я, чем мы сегодня занимались. Вчера Виталий, он здесь, Калиников, составил ролик, очень хороший, об общине. Что такое община, крещение. И он говорит о ком, это крещение. Там у меня взяты Семен Иоанн Богослов, Феофан Затворник. Он их показывает иконы и зачитывает. И там и письма чисто написано. Все. Ну, ролик получился, он на 2 часа 37 минут, кажется. Представь, какой большой. Я его качал минут говорю, часов 7. Закачал, нигде нету. Я снова дернулся, нету. Подождал. Тогда полез у себя в мастерскую, а там написано, этот ролик заблокирован по всему миру. По всему миру заблокирован, его нельзя. Но теперь я уже обратился к знающим, и бились, и узнать-то из-за чего. Оказывается, там он давал музыку, добавлял, и музыка эта кому-то доход приносит. А теперь мы прилепились к этой музыке, у нас... Я очень даже испугался, это что же делается-то? Убрать... Но с нами обратились милостью. За нами ни одного прегрешения нету. Вот Сергей Евтушенко, молодец, всегда быстро помогает. Они тут начали рассуждать. И нашли. Даже автора Сергей показал, чья музыка-то. Ну, надо убрать. Как? Он у меня закачанный уже. Я сказал, убрать, музыку убрать. И разделить его на 3 или на 4 ролика. Я тебе говорил, Виталий, лучше даже на 4 разбей. На 4. 2,5 часа, и там будет минут по 40. Это очень хорошее. А куда там 2,5 часа? Никто не дотянет даже. Разбей на 4. Игнать Тихонович, прошу прощения, но мы когда отключим монетизацию, музыку-то можно оставить, потому что у меня без монетизации все спокойно идет, все хорошо. Поставь, но если опять начнется блокировка, тогда уберешь. Поставь. Ну да, только если разбей, начнется, в таком месте разбей, что видно было, что другое там. У тебя, ты много места отдал, Виктор Сащенко там говорит. Где-то там, где он переходит на чтение, в это время ты перерыв сделаешь, чтобы не лицо разрывало-то. У тебя что учить, ты знаешь все. Вон, смотри, какое похвальное пришло там, что ты считаешь. Марина тут написала, и какой голос у тебя. Все подметили тебя уже. Я тебя никому не отдам теперь. А музыку поменять нельзя на другую? Чтобы нельзя. Музыка. Ну, я не знаю об этом. Но главное, что... Я вам... И прошу прощения. Музыка, практически вся, которая существует в природе, она вся принадлежит тому или кому-то, тому или иному автору. И YouTube умудряется вот утверждать, что вот авторские права вы нарушаете и так далее и тому подобное. Ну, то есть тут не угадаешь, Евгений. Любая музыка у них под прицелом, так что... Но они не строго взыскивают. Наши братья были на крещение, на Аби, и записывали людей, а в это время рядом поставили машину с огромным рупором, и там что-то поют-то. И сразу вышли наши ролики. Мы никакого отношения не имели, просто все это чужое. Но они нас не заблокировали, ничего. Первый раз заблокировали, первый раз. Эта музыка, видимо, как? Я считаю, ну, допустим, Баха нигде уже нету, Вивальди не найдешь, но кто первый опубликовал, который озвучил, вставил в интернет, они его присвоили себе. Ну и что? Ну, на это есть основание. Вот у нас оказалось, что монетизация, ее надо полностью убрать. А раз монетизации нету, и претензий к нам нету, мы как бы прилепились к чужому труду, и нам копейки идут. Хотя ни одной копейки даже не знаю, что это такое.
Так что все это на пользу. На пользу. Рекламу всю убрать, потому что мы пострадали от нее, целый день потеряли. Бей на 4 счастья, Виталий, запомни, на 4. И потом где-то делай следующее, по 35 минут примерно, так, примерно, отрывай. У тебя целая серия пойдет. Это у тебя много будет их, может быть, не меньше 20. Как у нас люди выходили, говорили свидетельство о себе, как обратились в общине, там огромный материал на нашем форуме. Если ты туда зайдешь, там ты поплывешь. Вот я попутно, раз уже молчите, сказать, вот у нас люди сколько было там, людей-то мало, 74 человека было, взрослые, и каждый рассказывал, как он пришел к Богу. А пришли все через университет, где я вел занятия, люди обращались, каялись, приходили, проходили оглашенные, становились по письменному заявлению. А потом уже каждому давалось два поручителя сразу же. Они ходили на дом, узнавали на работе, на учебе и подводили к крещению, а потом раз в году 7 июля или в первое воскресенье после 7, если оно было это среди недели до этого. И крещение было в озере, у нас пруд называется. Вот это все понятно. Все люди как пришли, сознательно, через Слово Божие. Даже спросил сейчас общины у кого, где так пришли? Через занятия? И чтобы все моченые были крещеные по-настоящему. Ну, может быть, где-то одну-две найдешь, и, как у отца Кирилла Сахарова. И то я у него подробностей-то не знаю. У нас конкретно так, что баптисты к нам никаких слов не могут сказать. Да к наши-то обращаются, сколько знают. У баптистов как? Как я слышал в Германии, местные баптисты. Приходят к ним, они говорят, там табак этот курит, там внутри прямо, русские не, это, из России немцы, они не любят это, уехали, табак выгоняют. Там совсем по-другому. Кто покаяться хочет, подними руку, даже с места, говорит, не встанет. А у нас он падает в землю, плачет, дальше назначает, у нас до от 3 лет и больше было подготовка, 500 часов занятий, 500, не просто минут, а полных академических часов. Да еще после этого сколько уйдет? А что уйдет, это тут ничего удивительного нет. Так было всегда. Надо работать. И работать очень серьезно. Не просто я сказал и пошел. Надо и родить, и кормить. Вот я за день сколько сегодня вопросов отвечаю. Люди незнакомые приходят. И с других стран, там, с Финляндии, с Прибалтики. Мы вот вас нашли, и вот то-то, то-то, книги там сейчас вот выслать надо. Тут один человек на меня сегодня вышел, и, а почему вы Гюстава Доре раскрасили, картина, а чем это вызвано? Мне надо, чтобы кто-то на меня вышел, задал этот вопрос, и мы составим ролик. Действительно, эти вопросы кого-то беспокоят, но чтобы у меня работал скайп-то, надо, чтобы кто-то зашел и заранее напишите мне, кто готов эти вопросы задать, а я ему скину. Сегодня один задал, а я ему обратно говорю, ты задай теперь, а его нигде нет он. А мне бы записать ее, и все. Это может быть минут на 20. Почему мы раскрасили, как к этой мысли пришли, и дальше, и дальше. Трехтомник наш. Почему он таким вышел? Игнат Тихонович, это тот, кто с искусством имел дело, вот, может, вот профессионале кто-то есть у нас, или любители, или... Ну вот, проще задать вопрос, как мы пришли, тем более это второй у нас выпуск, первый был черно-белый. Там есть что рассказать. А то вы не авторы, зачем раскрасили? Я говорю, а был бы Гюстав Доре, он раскрасил 180 лет назад-то. Посмотри сейчас, черно-белые фотографии все сделали такими, даже не увидишь-ка. И Сталина, там, и Жукова, а их не было тогда, цветных фотографий вообще не было. А тут тем более, даже сравнивать не приходится. Ну вот я бы объяснил это все, почему, какой опыт мы не пожалели. Мы считаем, что наше издание Нового Завета с толкованием самое лучшее за 2000 лет. А что оно уникально и в единственном числе вместе с Откровением вышло, это уж я точно знаю. Ни в Западно-Восточной Церкви этого не было. И какой еще? Геннадий Фас выбрал из всех святых отцов толкование Откровения. 432 страницы, кажется, занимает толкование. Это богатейший наш вот этот трехтомник.
уже малое осталось, три тома, полное толкование Нового Завета от Матфея с Откровением. И еще 297 я даю комментариев. 240 иллюстраций раскрашенных во весь лист, без полей. Вот кто желает зайти, то можно зайти. Вот как только кончим говорить, ну и минут там через 20 написать надо, чтобы я не ушел. И мы составим ролик. Я вот Виталию хотел сказать тоже. Прослушал, там есть видеоролик краткий. Проверка как-то так называется. Там по-моему, 4 минуты. Оторвали начало того большого ролика, проверить, как пройдет он или нет. Он прошел. А это и есть тот самый двухчасовой? Этот есть. Мы проверить решили, что пропустит нас система или нет. Она пропустила, но с оговоркой, пальцем погрозили вот так. Понятно. Ну, вот я прослушал, да, действительно. Вот, у Виталия бы большой, конечно, талант. Я вот с удовольствием вот слушаю его сейчас видеоролики, которые выходят. Вот с его начиткой. Очень, конечно, стихи, как он начитывает. Я еще никого так вот не слышал, чтобы так вот стихи Игнатия Тихоновича начитывал. Я вот хотел у Виталия спросить, вот до того, как ты начал начитывать, ты как бы знал, что у тебя вообще есть такой талант вот так вот начитывать, или ты как бы в себе его не обнаруживал? Нет, у меня однажды Викентий митрополит, это Екатеринбургская епархия, ну вот это вот, мне дали стихотворение о бойце с фронта, что-то как-то он в траншеи или где он там, в воронке вот в этой, внезапно уверовал в Бога. Ну, то есть я так начитал ее, ну, прочитал весь зал, прям, ну, прям как один слушали. Я тогда понял, что что-то во мне есть. Ну, не обратил, забыл про это и все, и дальше пошел по жизни, так скажем. Вот, а вообще, ну, я не знаю. Просто Игнат Тихонович однажды вот прислал всем, он же рассылает, и мне что-то вот захотелось начитать его. Ну, и просто начитать, ну, во славу Божию, как говорится, и оформить, как Баломальский, ну, и кому-кому, как когда Тихочу показать там, ну, и все, и вот пошло как-то. Слово я люблю, слово. А вот смотрите, я сейчас включу ролик один, стихотворение мое Виталий начитывает. Ну, вы не увидите, оно тут еще показано будет, слушайте. Пролог. 1 Коринфянам, 7 глава. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Я женщинам всем благодарен и вдосталь. Игнат Тихонович, мне не слышно. Я не знаю. Не слышно ничего. Да никому не слышно, никому не слышно. Мне тоже не слышно. Гул какой-то стоит, и все что-то такое, как из трубы там что-то выходит. Не слышно, Игнатик. Выключаю, возьмете. Это у меня колонки забивает, близко нельзя пройти. Все. Я его на этом вот, можно сказать, заметил и сказал... Ты, может, возьмешься, другие? А мне говорят, никто лучше автора не прочитает. Я как-то стихи насчитывал, а у меня самозапись прекратилась. Ну, я бы отдал ему все стихи насчитать. Можно еще вот? Вообще, вот, чтобы все обратили внимание, кто-то может... Вообще, потенциал такой, что вот на этом канале, вот, во свете Библии, что можно не один фильм снять художественный, не один спектакль поставить. И так далее, и так далее. Тут столько заложено, на самом деле, просто, ну, я не знаю. Виталий, я к тебе еще вопрос хотел спросить. Ты же там в Омске живешь. Вообще, вот этот у вас там есть епископ, но он, как считается, не канонический, Тихон Пасечник. Вообще, что это за личность? Это положительная личность? Я просто тут в интернете столкнулся, переписываюсь с одним человеком, он... Писатель православный в Англии, там пришел к православию, там у него там родители были дипломатами, он где-то там обратился, в Сербии
стал православным, и вот Владимир Мост зовут. Он русский язык выучил, принял русское имя Владимир, по-русски хорошо говорит, вот, я с ним переписываюсь в соцсети. Вот. Меня говорят, пошли к Тихону Пасечнику, но он не принимает Московскую патриархию. Я просто тебя хотел спросить, как вообще, вот, ты же там в одном городе живете, как, что это за личность, он положительный человек? Ну, это так, просто в общем я спрашиваю. Я, конечно, Я с твоего позволения сначала Игнат Тихонович про него, может, что-то знает, скажет, потом я добавлю. Я могу слово одно только сказать. Законный. Самое неприемлемое между нами, что они считают безблагодатной Московскую патриархию, а мы на это не пойдем. Это уже закупорка. Я лично с ним не встречался. Батюшка наш имеет хорошее отношение. И этот пункт непереходимый. Ни для них, ни для нас. Да. Я помню, приезжал отец Иоаким к нам туда. Он скромно постоял в притворе, как будто он там во соглашенными стоит на всей службе. Вот. Потом трапеза была, он трапезничал, они мирно, хорошо беседовали. Ну вот они, конечно, его упрекали в том, что ну вот зачем вы идете как бы на сближение с патриархией, ведь она там, ну вот то, что вот это самая главная заноза, вот я тоже считаю, что они отрицают вот эту благодать возле Московской патриархии. Вот. И я тебе уже говорил, Евгений, что они друг с другом, к сожалению, вчера была единая чаша, единая молитва, а сегодня они дробятся, колются. От Тихона вот отошел отец Василий. Вот. Был один приход, они вместе служили, а сейчас вот он, и отец Василий раздельный, и Тихон куда-то в другое место перешел. То есть они как дробятся, как я не знаю, ну... колется, это тоже какой-то признак нехороший. От Зои Крахмальниковой я получил такое слово, она говорила, грех выборочный не бывает. Он монотонен. Выборочный. Если там не ладится, в другом месте будет не ладиться, с женой будет не ладиться, и везде так будет. Только чуть-чуть по мысли по-другому, чем Господь повелевает. Он... Все нормально, казалось бы. Почему бы как с Василием-то не остаться? Нет. Чуть что не так, одно слово, с Агафангелом, они же все были в зарубежной церкви, ну, русской православной, за рубежом. Первый отошел, а этот еще раньше. Наш епископ Евтихий Курочкин, он этого Тихона даже на звук не переносил. Считал его одной из самых, как будто, негодным. Но я еще буду спорить. Я один раз заикнулся, и все. Я лично не встречался, но... Нормальное рукоположение. Никаких данных о нем у меня нету. Никаких. Я могу сказать только одно. Хороший человек. Ну, да, человек хороший. Да и отец Василий хороший. Но они вот... А еще вторая и самая главная тоже беда, что они вот так вот... Слово Божие для них это где-то там на 10-м месте, к сожалению. Ну, вот в плане в практике. Я ему говорю, давайте вот, предложил просто, давайте вот за причастные стихи, вот эти, за причастное время, когда священник причается в алтаре, давайте из Нового Завета что-то там, не просто житие бубнить там, а вот давайте что-то новозаветнее, евангельское там, апостольские послания. Он, нет, нет, говорит, не надо, вот давай по уставу, все по уставу. Вот. А Игнатий Тихонович, он мне вообще удивительные слова в кавычках сказал. Я говорю, ну вот я был в Потеряевке, я пожил там, все хорошо. Он такой говорит, ну и слово за слово. И в итоге он мне резюмировал, так скажем, беседу. Ну, я считаю, что Игнатий Тихонович Лапкин в прелести. И ничем не аргументировал. Просто вот он в прелести и все. Понимаешь, вот так, ну как вот с ними? И он ничем не аргументирует, вот он так считает. А как? Потому что он вскрывает это все, потому что он побуждает священника, ну. А они не хотят. Лучше ему сказать, что он в прелести, чтобы остаться на том же месте, образно говоря, на диване, чтобы мягко сиделось дальше, вот продолжалось. Зачем ворошить там? Зачем? И вот, ну вот так, такое мое видение, мнение, как бы после общения с ним. Со всеми вот этими, так скажем, представителями, бывшими зарубежниками, не знаю, как сейчас назвать, вот. Все не колятся, еще раз повторю, дробятся, колятся, и мира нет среди них.
друг друга обличают в каком-то ереси, там, в какой-то киприанизм, там, не знаю, в чем только не обличают. Канон ты нарушил, ты больше меня нарушил канонов, а я меньше. Иди ко мне, поклонись мне, вот, и все, и мы будем тогда с тобой едины. Только ты первый начни. И вот так вот, как малые дети друг на друга показывают. Но это реально, все это происходит в интернете. Виталий, услышал тебя, благодарю за ответ. Ну да, я читал, у них там неприемлемо. Русский язык у них вот никак. Они там за церковнославянское держатся. Я вот у них читал на сайте, у них на синоде, там у них и написано, что строго держаться церковнославянского языка. То есть для русский язык это для них модернизация. Вот, они это у них никак. А насчет вот, я читал его биографию, там его рукоположение, я знаю, что он был в РПЦЗ под Евтихием Курочкиным. А потом, когда он начал отходить, он видел, что как бы вроде Евтихий Курочкин, как бы он уследил в нем тенденции к экуменизму некому, ну, как бы вот то, что как бы мировое православие, оно в экуменизм идет. И он начал как бы от него отходить. И он там, ну, я читал, он спросил этого епископа Евтихия Курочкина, ну, скажите, вы как относитесь к московской патриархии? Ну, он говорит, ну, это церковь, и он все, сразу от него отшатнулся и начал от него отходить. И потом его Евтихий Курочкин вообще запретил священнослужение, он запретил его полностью, снял с него сан, он же его епископом был. Вот, а он этого не признал, и он, в общем, дальше вот его это пошло дело, вот, он начал искать ходы-выходы, вот так вот, потом вот дальше. У меня личный вопрос, вот, братья, Игнатий Тихонович, вы говорите, вот, в последнем видео события дня, что не видно, чтобы вот я, Роман Фроликов, исправлялся, а что нужно сделать, чтобы вы увидели? А где ты это считал, по каком месте? А вы сами же сказали события дня. Ну, я сказал, где я там говорил события дня? По самое последнее слово. Найди это место мне, чтобы я знал, на что отвечать-то. А я так как могу говорить? Я не знаю, где ты такое слышал. Ты сам это считал? Нет, вы сказали события дня, вы. Ну, и что я сказал-то? Про меня, что не видно, чтобы я исправлялся там. Ну, в чем-то ты так и есть, ты сам это говоришь, не я. Нет, я говорю ваши слова пересказываю. Ну я-то твои слова взял-то. Когда ты говоришь с матерью, неладно, там то другое, и что дело, задавал вопросы-то. Это не означает, что ты идешь кверху. Ты ниже стал. Я только это и сказать мог, а больше я за тобой ничего не знаю, еще бы я говорил. Когда ты много там выступал, может, на это, я не знаю. Ты найди где, чтобы я признал и сказал, да вот что я говорил. А так мне трудно ответить на этот вопрос. Ну вот я поэтому. У меня к тебе претензий никаких, Роман, нету, абсолютно, никаких. Может быть, когда тут Анастасия говорила, ты вот кто там, это, Наталья Усата, я не вижу, она здесь или нет. Вот. Говорили о том, что вот ты говоришь, свидетельство, но ты покажи, что там у тебя есть. Ну ты там что, показал, сам снимаешь себя, оно ничего там и нету. С бабушкой одной стоишь. Ты наши, когда ребята идут, ты видел, как они идут? Идут по городу, встречаются, беседуют, и один человек снимает, а ты один. Вчера один, позавчера и один. Не то, что там община, просто один, даже одного человека нету. Но это разве нормально? Это ненормально. Мы дорогой ездили, и сколько были люди у нас, которые прямо просились с нами. Вот я еду дорогой и свидетельствую, а они едут, молодые ребята, четверо с Украины. Я говорю, мне слазить надо, они завербовались куда-то на восток едут, на работу. Ну, я им рассказывал о Христе. Я слажу, они со мной на подстёпном разъезде. Я говорю, я что с вами буду делать? Я Потеряевка только начала строить это. А мы дальше не поедем, не зачем, мы хотим с вами остаться. Я их кое-как обратно затолкал. Одну ночь, день пробыли вместе, и они уже не хотят расставаться. А были бы рядом, значит, мы бы вышли уже на благовестие. Но у тебя-то этого нет, я тебе это и говорю. Ты не переживай из этого, у меня к тебе отношение хорошее. Игнат Тихонович,
Ой. А можно вот попросить рассказать Елена, вот Фавор, или как у нее фамилия? Вот недавно был у нее в гостях отец Геннадий Фаст, вот о встрече, вот она так, может рассказать. Так, Владимир, слушай, это уже 40 минут, мне надо уходить, ко мне сейчас люди будут заходить, еще по скайпу договорились. Услышал. Так, меня тогда простите, вы можете разговаривать, я отошел. А запиши кто-нибудь. Ну, у меня с телефона.